Всем привет, с вами SevPro, и сегодня мы будем проходить карту Мега Дроппер в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, карта довольно сложная, и я здесь маленько присмотрел себе уровни, и давайте мы начнем, наверное, с самого последнего уровня. Мне кажется, он будет нам, так сказать, полегче. Ну что ж, давайте прыгаем. Так, пока идет все гладко. Ну и как всегда, в конце уже все не гладко. Как вы видели, я вроде приземлился на пути, но меня это почему-то не спасло. Ну, попытка не пытка, попробуем еще раз. Так, ну, минус этой карты то, что, пожалуй, далеко бежать. Так, ну, мы все равно добежим. И попробуем еще раз прыгнуть. Так, прыгаем прямо с разбегу и... Я прыгнул вообще дальше паутины, я не угадал. Ну ладно, там есть еще уровни, которые мы можем сейчас пройти. И, как видите, мне карта пока не поддается никак. Так я уже много раз, пожалуй, умер. И как видите, сейчас здесь я тоже 100% умру. Ну и это произошло, как я вам и сказал. Ну, будем пытаться. Нужно хотя бы один раз пройти нам эту карту. Ну и не карту, а уровень. И вы увидите, что я все равно я смогу пройти эту карту. Так, давайте попробуем прыгнуть аккуратно. Yes, смотрите, мы прошли один уровень. Все отлично, значит, еще не все потеряно. Так, берем песок. И, кстати, песок в дальнейшем нам понадобится как открыватель замков. Ну, оказывается, там находились вагонетки. Так, ну что ж, поднимаемся потихоньку наверх. Это тоже довольно долго делать. Но подниматься наверх это, пожалуй, занимает много времени. Но мы подождем и поднимемся, чтобы продолжить прохождение карты. Так, ну что ж. И как видите, мы остановились опять на этой последней карте. Ну что ж, попытаемся ее пройти. Так. Так. И я опять не достал, и нам придется 100% вернуться туда. Потому что я оставил там свой песок. Так, ну, не знаю, сейчас посмотрим, либо мы попробуем пройти вот эту карту справа. Карту, точнее, уровень. Ну, давайте попробуем пройти. Мне кажется, мы не пройдем. А может быть, и пройдем. Да, смотрите. Ну, я не знаю, как это объяснить, но нам просто повезло. Берем песок и едем на вагонетки. И, ну что ж, я могу вас расстроить, но на этом мне придется видео закончить, так как у меня всего лишь один песок. Один песок я уже прокакал. Ну, прощай, песок. До скорых встреч, надеюсь. Вот, ну сейчас мы поднимемся, и я там уже завершу видео. Как видите, нам удалось всего лишь пройти два уровня. И эта карта довольно сложна. Даже для опытного, наверное, игрока. Но я не опытный игрок, я просто, можно сказать, любитель. Вот, ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.